Преподобный Никон Сухой Печерский. Преподобный Никон, монах Киево-Печерской лавры, был захвачен в плен половцами вместе с преподобномучеником Евстратием во время набега хана Баняка в 1096 году. Никон отказался от предложения освободиться за выкуп и вручил свою судьбу воле промысла. 3 года он покорно сносил все тяготы жестокого плена, молясь за своих похитителей и благодаря Господа за все. Не держа в сердце зла на степных разбойников, преподобный совершал ради них чудеса, избавлял от злых духов и даже исцелил от тяжкого недуга предводителя половцев. В награду за это половцы предложили ему свободу, однако святой не соглашался до тех пор, пока сам святой Евстратий не явился ему в видении, повелев вернуться в монастырь. Тотчас преподобный Никон чудесным образом оказался в Киевской земле, среди братьев, певших в церкви. Исцеленный святым Никоном предводитель половцев позднее оставил свои набеги, поселился в Киеве и сделался учеником преподобного, бывшего некогда его пленником. Мощи преподобного Никона почивают в ближних пещерах.